Привет, интернет! С вами снова дядя Сереж, канал Айда Мастера. Я продолжаю делать ремонт своей трехкомнатной квартиры, кирпичная хрущевка, небольшой городок Сестрорецк в Санкт-Петербурге. Значит, по порядку, с прошлых видео, эти дни, значит, 3 дня, 19, 20, 21. Эти дни объединил, потому что потерял прошлое видео при монтаже. Значит, вы видели, как я сейчас только что заливал подоконники на яркере. Вот результат. Правда, он немножко потрескался, сейчас попробую это все показать. Но вы видите, да, вот трещины есть. Раз, два, там, три. Но это не особо страшно, потому что он будет сверху закрыт подоконником, а снизу будет заделан будет финишная шпаклевка. Там я еще нанесу там серпянку, в общем, ну, то есть сделал так, чтобы не было вообще никаких трещин в будущем. Когда это я обнаружил, я сразу же себе купил пластификатор и фиброволокно. В общем, я их использовал, и в принципе другие подоконники у меня все нормально залились, без всяких трещин. Также за эти дни я успел заштукатурить до конца стенку в детской комнате. Вот тут толстый слой был сверху, оставил только вот одну полосочку, потому что здесь будет электрика, еще буду штробить потом, вернее дырку, отверстие делать под белье, то есть это слишком низкое отверстие, буду под самым потолок делать. Вот, значит, еще я сделал, конечно же, откосы в дверном проеме несущей стены. Сначала маяки поставил, потом заштукатурил. Вот, дальше я сейчас все подвесил уже, да, убрал все на подоконнике, потому что сегодня 4 октября, понедельник, послезавтра в среду с утра половики уже будут монтировать. И я на данный момент сейчас занимаюсь еще полами. То есть я все подвешиваю, да, постепенно, и подметаю и стелю шумоизоляцию. Floorbuds, рокловская изоляция. Почему? Потому что половики сказали, что большой перепад, то ли 8, то ли 10 сантиметров. Вот, и если там 0 в детской комнате у радиатора, то здесь, очень много заливать, поэтому сказать, что большая нагрузка, так делать, в принципе, нельзя, потому что плиты могут немного прогнуться и у соседей пойти трещины снизу. И мне, конечно, надо чем-то компенсировать толщину, хотя бы там 2-3 сантиметра, либо керамзитом и залить молочком, чтобы он схватился, либо использовать вариант, я выбрал второй вариант, то есть я выбрал шумоизоляцию. Посмотрел везде в отзывах, все пишут хорошо, главное, чтобы она была сухая, то есть не была всякие плесени, не была сырой. В общем, вот, сейчас я застилаю, как бы, и, в принципе, уже послезавтра уже будет итоговая работа черновой отделки, грубо говоря. Так, да, конечно же, у меня еще остались, ребят, плиты над окнами, эти балки, не заделанные штукатуркой. Но это не так критично, как бы, по сравнению с тем, что я уже сделал, как бы, основное, чтобы у пола везде штукатурка, в принципе, есть. В общем, как-то так, ребят, вот такой, в принципе, результат. Значит, 21 день, как бы, но в реале, конечно, прошло больше, 2,5 месяца. Я начал 18 июля делать ремонт, сейчас 4 октября. Вот, как бы, ну, как вы знаете, я делал практически один этот ремонт, вот, своими руками, делал эконом-ремонт. И результаты, думаю, отличные, потому что я все совмещаю еще и с работой, с основной, с двумя основными работами, еще с халтурами. Я халтурю тут сантехником Сестрорецкий. То есть результат, на мой взгляд, очень отличный. В общем, вот так вот. Такие вот дела. Вот. Опять же говорю, что надеюсь, мои видео вас стимулируют к решению тому, что начать ремонт у себя в квартире. Если вы совсем не дружите с ремонтостроительной тематикой, да, не посвящены, нет опыта, то когда я закончу ремонт, когда я покажу вам итоги, я расскажу подробно, что вам делать пошагово, да, чтобы сделать максимально качественный ремонт не своими руками, и чтобы у вас было меньше нервиков, больше сэкономленных денег и времени, чтобы вы не наставали на грабли моих клиентов, да, то есть которые
доверяют каким-то сомнительным профессионалам, компаниям, да, в итоге потом и ремонт отдаляется, и сумма увеличивается, и качество падает. То есть вот так вот, ребята. А на этом все. Еще раз призываю вас, конечно же, пишите комментарии, не стесняйтесь, задавайте вопросы, потому что тема актуальная. Вот, пока существует квартира, существуют ремонты. Вот, надеюсь, что у вас ремонт протекает комфортно, без головников, в общем, все в срок и все у вас хорошо, как бы. Но если нет, как бы задавайте вопросы. Лучше комментарии попадут в следующее видео. Также подписывайтесь, жмите лайку. И, ребят, до новых встреч, берегите себя. Пока.